Ну, я не знаю, что тут, что случилось. Обратила внимание, что у меня рука нерабочая, не работает, испугалась. Но сразу подумала, что тут что-то страшное. Для жительницы агрогородка Беньякони Тересы Милюнец внезапные тревожные симптомы проявились, как гром среди ясного неба. Женщина в свои 55 на здоровье особо не жаловалась, поэтому и у врачей была нечастым гостем. Но все же это ей не помешало вовремя забить тревогу. Я позвонила дочке. Я говорю, дочь, что-то мне плохо, можешь приехать. Она как раз выходная была, она выехала, по голосу узнала, что что-то не то. В дороге еще раз позвонила, говорит, мама, может вызвать скорую? Я говорю, не знаю, но, наверное, да. Потому что я уже видела, ну, видишь, что серьезно, наверное. Ну, вот она приехала, через пару минут приехала скорая. Девчата молодцы, молоденькие такие, зашли, красавицы. Ну, поглядели на меня, конечно, уже поняли. Они, а правда сказали, что, говорит, похоже на инсульт. И мы идем сразу в Лиду. Сделали укол, ну и быстренько поехали мы туда. По прибытию в Лидскую центральную районную больницу Тересе Милюнец оперативно была оказана необходимая медицинская помощь. Первым делом проведена компьютерная томография. Именно она помогла медикам расставить все точки над «и» в постановке диагноза. Далее – определение Тересы Марьяновны в отделении реанимации для прохождения интенсивной терапии и непосредственно лечения. Мне вот удивительно было, что время, во сколько случилось. Ой, девочки, девочки, сколько время? 15 минут, там 20, быстренько. Ой, что вы тут? Бегом, бегом, все, бегом. Меня тут быстро раздели. Бегом наверх, сразу под капельницу. Вот все это оперативно не сделали. А потом пришли и говорят, ну, вроде так, это, наверное, что-то видели уже, показания какие-то. Говорит, мы вас за сутки отшепчем. Ну, так и случилось, что за сутки полностью все восстановилось. Я так благодарна им. Положительного эффекта и быстрого результата от лечения в случае Тересы Милюнец врачи смогли добиться благодаря своевременному обращению за помощью и оперативным действиям медиков. 4,5 часа. Именно столько есть у пациента и врача, чтобы кардинально повлиять на развитие острого нарушения мозгового кровообращения. Это так называемое терапевтическое окно, в которое, если не вложиться, плохо работающие нервные клетки перейдут в разряд погибших. Важно, отсчет времени начинается с момента появления первых симптомов, поэтому не стоит игнорировать сигналы, которые подает организм. Чем раньше обратится человек за медицинской помощью, тем, как правило, лучше исход заболевания. То есть желательно в первые минуты, буквально первые минуты звонить и объяснять, четко формулировать при звонке на скорую помощь, что у меня, например, там или родственника то-то произошло, перекосило лицо, развилась слабость в конечностях, нарушилась речь, чтобы скорая помощь четко понимала приоритет данного вызова. После постановки диагноза острый ишемический инсульт в медучреждении незамедлительно начинается проведение тромболитической терапии. Восстановить неврологический дефицит у пациента можно уже спустя час после проведения тромболизиса. Главное – начать его вовремя. Оцениваем симптоматику у пациента, производим КТ и при необходимости, действительно при подтверждении инсульта, мы начинаем вот данное лечение, его начало именно в кабинете КТ. А дальше человек перемещается в отделение реанимации, где продолжается это лечение в течение 1 часа. Это самое современное и доступное на сегодняшний день лечение в Лидской ЦРБ. Если человек укладывается в это терапевтическое окно 4,5 часа, то, как правило, восстановление неврологического дефицита проходит 50% восстанавливается людей. Может быть немножко отсрочено еще восстановление. То есть человек не в течение часа восстановился, а восстанавливается в течение недели-двух за время пребывания в нашем стационаре. Возвращается эта неврологическая симптоматика еще на фоне лечения. В Лидском районе за прошлый год диагноз инсульт был выставлен в 383 случаях. При этом медики констатируют, заболевание с каждым годом молодеет. Все чаще с этим недугом сталкиваются люди 30-40 лет. Поэтому важно ежегодно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить предрасположенность к инсульту. Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения, которое происходит внезапно. Даже здоровые люди могут заболеть инсультом. Но есть предрасполагающие факторы, которые способствуют развитию данного заболевания. Такие как повышение артериального давления, сахарный диабет, вредные привычки,
пороки, курение, злоупотребление алкоголем, повышение холестерина в крови, нарушение сердечного ритма. Все эти предрасполагающие факторы мы можем выявить на диспансеризации. Нужно соблюдать сроки, каждый год проходить диспансеризацию, и в любой момент можно выявить предрасполагающие факторы. Ни для кого не секрет, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Именно профилактике инсультных заболеваний сейчас в Лидской центральной районной больнице уделяется большое внимание. Медики посещают трудовые коллективы, учреждения образования, где рассказывают о симптомах и первой помощи при подозрении на инсульт. Есть возможность выхода к вам в организацию, чтобы прочитать образовательную лекцию. Поэтому обращайтесь, пожалуйста. Мы всегда рядом, мы рады будем вам помочь. Не забывайте, что нужно беречь свое здоровье и обращать внимание на здоровье близких, что способствует раннему выявлению факторов риска развития инсульта. Сегодня жизнь Тересы Милюнец идет в обычном русле. Домашние хлопоты, работа, семейные заботы. А ведь все это 3,5 месяца назад инсульт мог поставить под вопрос. Своевременная реакция женщины и грамотная медицинская помощь сохранили качество ее жизни. Чудо произошло. И там благодарна всем врачам. Действительно, медицина, действительно, начиная со скорой помощи, что они вовремя приехали и что отвезли в Лиду. В Лиде меня встретили, я не знаю. Благодарна всему медперсоналу, всем этим девочкам, красавицам, врачам. Всем спасибо, что вовремя оказали помощь, и что я вот сейчас нормальный, здоровый человек. Чувствую себя отлично. Никаких последствий, ничего такого. Здоровье – главное богатство человека. Поэтому важно заботиться о нем и беречь. Тогда и оно послужит вам верой и правдой долгие годы.